Раиса Николаевна, жительница агрогородка Чернавчицы, к врачам обращаться без надобности не очень любит. Но раз представилась такая возможность прямо на месте попасть к врачу, почему бы и нет? Ведь элегантный возраст дает о себе знать. Сердечко пошаливает, да и другие болячки имеются. Мне очень понравилось. Можно пройти всех врачей, проконсультироваться, узнать свой сахар, свое давление, сделать электрокардиограмму. Давали мне советы, я принесла обследование УЗИ сердца. Мне врач подсказал, даже написал лечение. Я буду лечиться. Яблоку негде упасть. Именно так можно охарактеризовать интерес жителей Чернавчиц к акции. И в этом нет ничего удивительного. В одном месте в удобное время можно проконсультироваться практически у всех врачей, измерить давление, сделать кардиограмму, УЗИ, щитовидной железы и так далее. А поскольку быть здоровым сегодня в тренде, чернавчицкий житель от моды отставать не собирается. Здесь можно обследоваться, здесь можно померить давление, здесь можно пообщаться, да, получить консультацию. Это здорово. Кроме того, тут есть представители различных организаций, которые еще профилактику проведут, тоже расскажут. Поэтому и для деток, и для взрослого населения здесь предостаточно всего. И в одном месте это прекрасно и очень мобильно и прекрасно. Брестский район – район трудолюбивых людей, которые умеют работать. Умеют они и отдыхать. А поэтому здоровье должно быть в порядке. Как показали себя подобные акции в Вистычах, результат эффективный. На протяжении вот этих 8 лет каждый год в Вистычах проходила акция подобного масштаба, но именно для жителей поселка Вистыч. В осенью 2021 года Брестским райисполкомом было принято решение расширить действие этой акции на весь Чернавчицкий сельский совет, то есть на все деревни и всех жителей Чернавчицкого сельского совета. В Вистычах эта акция показала свой положительный эффект, и даже по всем анализу медицинских показателей населения в деревне Вистычи был позитивный результат. Естественно, что переходя к более широкому действию этой акции, мы рассчитываем, что уже все жители Чернавчицкого сельского совета смогут более активно приобщаться к здоровому образу жизни, заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Многие люди осознают, что надо заботиться о своем здоровье, не просто приходить к врачам, когда уже что-то беспокоит, а приходить к врачам до того, как что-то беспокоит, до того, как наступило какое-то развитие болезни, для того, чтобы принять какие-то профилактические меры. И мы видим, что многие наши наработки, которые были в предыдущие годы, они все-таки эффективны. То есть, вот как пример я уже здесь приводил, что на предыдущей акции было более 700 человек, из них у 193 обратившихся на акции людей были выявлены определенные заболевания, и на обследование направили 125 из этих 193. Здоровье людей в зоне ответственности и врачей зонального центра гигиены и эпидемиологии. Они непосредственные соорганизаторы всех подобных акций. На мой взгляд, это яркий акцент в целом, что обозначить профилактическую направленность всего происходящего, потому что мы начинаем ценить свое здоровье только когда начинаем его терять, к сожалению. А здесь идет скрининг, здесь каких-либо проблем, то есть специалист может оказать консультацию, либо выявить какую-то проблему, которую мы не подозреваем, с ней живем, и далее отправить на дообследование. То есть чем профилактика, она лучше, чем лечение, либо чем раньше ты начнешь решать эту проблему, тем меньше необходимо усилий и сохраняется лучшее качество жизни. А еще в акции приняли участие волонтеры БРСМ, сотрудники МЧС и СВОДа. Каждый из них говорил о том, как уберечь себя и своих близких в такие аномально жаркие дни от тепловых и солнечных ударов, как помочь тонущему человеку, и давали многие другие полезные советы. Так что акция «Чернавчицкий сельский совет. Территория здоровья» прошла эффективно и с пользой. Данила Козлович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.